Мы сделали это с вами. Сделали. Сейчас вот я поместила сюда код, который мне прислали, для того, чтобы получить серебряную кнопку. Ура! Дальше я расскажу, как я боролась за то, чтобы ее получить. Вам будет очень интересно. Ура, 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 ура. Так, заполнила, заказала. Теперь ждем, когда придет кнопка. Класс. Наша с вами работа. Моя снимать, ваша смотреть. Ой, как интересно, ой, как интересно. Так, сейчас расскажу дальше. Как я боролась, ой, вы упадете в обморок, как я боролась за эту кнопку. Рассказываю. Знаете, может, повторюсь, расскажу с самого начала. Потому что вы не все знаете. Я не все вам говорила. Да. Берегла ваши нервы. Да. Значит, когда мы с вами наподписывались на 100 тысяч, ну, я там подождала. Думаю, знаете, мало ли что, она туда-сюда ходит иногда. Подожду, пока там больше наберется. Ну, потом, когда набралась уже 1000, я думаю, ну, надо же уже что-то думать. А YouTube что-то ничего не думает про кнопку. Тогда я решила, я вообще думала, это как бы, ну, знаете, автоматически делается. То там ты достиг этого, и тебе прямо, а, здрасте, тебя поздравляют. Вот, слушайте, ну, вот глупое такое понятие. А может, человеку это не надо? Вот. Побеспокойся сам. Я пошла почитала в Гугле, как это делают люди. И пошла посмотрела в Ютубе, как это люди делают. Ну и я решила, что надо ж мне сконтактироваться с YouTube. И в моей YouTube-студии там есть живой чат. Ты можешь написать, и тебе ты будешь общаться с живым человеком. Я уже говорила, ее зовут Лиза. Мы с ней пообщались, я ей сказала, что вот так вот, и так вот она сказала, скажи свой этот URL, то есть это твой, как бы такой, идентификационный номер твоего канала. Не название, название «Моя жизнь в Новой Зеландии» – это другое. Я послала, она пошла, посмотрела и сказала, ну, я сделаю запрос, наша internal team называется команда, которая, ну, в общем-то, это там занимается. Хорошо, жди. И она сказала, я пришлю тебе ответ на email. И вот получаю я вчера два дня, или позавчера email. Мы тут переписывались два дня с ней, неважно. Получаю я одни email, и такая, понимаете, ой, вся расстроенная, сейчас скажу. Значит, я немножко буду читать в оригинальном варианте и, так сказать, переводить. Значит, она мне пишет. Hello there, thanks for reaching out. I escalated your concern to our internal team to review. Это вот было письмо, которое она мне написала. I will get back to you with an update as soon as I have more to share. Please let me know, да-да-да-да-да. All the best, Lisa. Значит, это она сказала, что подтвердила то, что она обратилась, ну вот, к той команде, которая этим занимается. Дальше, жду-жду-жду, приходит такое письмо. Hello there, I hope you are doing well. I received an update from our internal team and let me share their feedback. We have reviewed your channel and it does not currently meet our creator award eligibility criteria. То есть, канал отфутболивает, потому что он не выполняет их критерии для awards. Awards – это награда. Для creator – это как бы создатель. Creator awards – это как бы награда создателя. А, не подходит. Критерии вы не выполняете. А что ж такое? Especially, она пишет, especially, this, вот включает в себя эти требования. This includes following community guidelines, terms and service, and copyright and other laws. То есть, твой канал, расскажу просто я, ну, чтобы долго так не читать, твой канал должен иметь оригинальные видео, а не склепанные из кусочков каких-то. Знаете, очень много же таких, которые берут там кусочки и там их обсуждают, типа. Потом, дальше.
твой канал должен не использовать там чужую музыку, твой канал не должен там показывать что-то, что не положено показывать, твой канал там речь у тебя и так далее, и так далее. Вот эти все требования должны выполняться. Вот, и она пишет, specially check your channel content against YouTube channel monetization policy. То есть, не было ли у меня каких-то там отказов за монетизацию? Контент, как бы я не использовала чужой контент, и тем более не использовала то, что нельзя использовать. То есть, мне отказывали в монетизации. Дальше. Ну, в общем, to be eligible for Creator Award, your channel must also meet the following minimum criteria. То есть, как бы быть достойным получить создательскую, это тут награду создателя, твой канал обязан отвечать следующим минимумам, критериям, таким минимальным критериям. Your channel is active, то есть активный, то есть он выставлял видео последние 6 месяцев, как минимум, да? You don't have an active community guidelines violation and have not received any at the last, в общем, последний год. То есть у тебя не было замечаний по твоему каналу последние 365 дней. У меня было одно замечание. Это я потом пошла после этого письма исправлять. Какое? В 22-м году я снимала освежающие новости и что-то там рассказывала про Путина, там про, ну, вы знаете, там как раз в этот момент все это. И кто-то там, не знаю, или сам YouTube, или кто-то, может быть, там что-то такое кому-то не понравилось. И это видео мне забраковали, и они его удалили из моего контента. И оно там болталось, там надо было, что-то там надо было по нем делать. Ну, я не, ну, мне не надо было, я ничего по нем не делала, по этому видео, потому что его все равно никто не смотрит. Дальше. You are in compliance with YouTube terms and service. То есть у меня есть жалобы на соблюдение, как это, условий YouTube. Нету. You have not been suspended from the YouTube partner program. То есть ты был выброшен из партнерской программы, которая платит деньги. Не было у меня такого. Your channel is not terminated or linked to account that has been terminated. То есть мой канал не привязан к другому каналу, который был удален. Не привязан. You don't have content that is deceptive, spammy or scam. То есть у тебя нет контента, который там всякой такой или там это... Вот это содержит что-то такое надоедливое, скам, ну вы знаете, да? Или там спам какой-то, что там 100 раз повторяется какая-то, то есть к людям пристает. Что у тебя этого нету. Your main content is original. То есть твой основной контент is оригинальный. Your channel may not be eligible for YouTube Creator Award if it's focused on compilation, mixes, curation of heavy use of someone else copyrighted content. То есть это то, что вот я сказала. То есть твой канал не как бы фокусируется на каких-то там, ну вот, знаете, там обсуждать кого-то, какие-то плохие там эти, используют чужой контент, там обсуждают, ну там очень много таких каналов, очень масса таких каналов, которые обсуждают какие-то другие каналы, хвосты в гриву, и у них смотрят, и у них просмотры, и они за счет этого живут. Так, дальше. Так, что еще? Она пишет дальше. I understand that this is not the news you wanted to hear from me, but you can rest... ну и так далее. Так. То есть она пишет, что это не такая новость, которую ты хотела бы услышать от меня. Ну, значит, да-да-да-да-да-да-да-да. I wish you luck for your channel. Please do not hesitate to contact us. You should need to further assistance. То есть, значит, желаю тебе всего хорошего и как бы не стесняйся обращаться к нам за помощью. С уважением, Лиза. Я пишу ответ. Знаете, а я не знаю, куда они подевали мои письма. Тут оно должно идти через одно. Их письмо, мое письмо, их письмо. А мои куда-то делось это письмо. Ну, не знаю. А я пишу такое письмо, такого содержания. Значит, я пишу, что спасибо большое за ответ. Значит, в английской вот этой переписке, там вот это спасибо, пожалуйста, с уважением и так далее, это там через каждое слово идет. Ну так, так ведется переписка в английском языке. И я ей пишу, что спасибо большое за твой ответ и за то, что ты уделила мне это внимание. Ну, хочу сказать следующее, что я как бы
получила, ну, это если сказать по-русски, хороший урок, а по-английски это пишется, что я изучила то, что на YouTube можно, не так, что Путин может убивать людей в Украине тысячами, а я не могу об этом рассказывать, и я не могу поддерживать людей, которые в настоящий момент сидят под бомбами или на оккупированных территориях. Вот так вот. Я написала дальше, что спасибо большое за ваш ответ, и как бы я надеюсь, ну, как бы я надеюсь на лучшее. Вот так вот. То есть я это изучила, и спасибо большое за то, что вы мне, так сказать, уделили внимание. Все. И она мне, значит, она мне написала, что она послала очередное письмо, и в этом письме она попросила, значит, вот эту команду, которая тут, так сказать, вынесла такое резюме на мой канал, пересмотреть, ну, как бы обратить свое внимание и пересмотреть. А у меня уже был такой опыт. Это же, знаете, исходя из опыта, у меня уже был. У меня вот так вот хотели одно видео какое-то наказать. А я им тоже, это тоже было про войну. И я им так написала, что, значит, Россия может убивать людей, Путин может убивать людей, а я не могу говорить об этом. И все, они сразу раз, и все, сказали, у нас нет тебе претензий, у нас нет тебе претензий. И тут получаю. Hi, Ирина, I hope you're safe and well. То есть, привет, Ирина, я надеюсь, ты там в безопасности, как бы хорошо себя чувствуешь. I have great news for you. I have received an update from our internal team and your channel is eligible for a silver play button. Congratulations on that. То есть, у меня великолепная новость для тебя. Я получила новое сообщение от этой команды, и мой канал имеет, подтверждается, что мой канал может получить серебряную кнопку. Congratulations on that. Congratulations – это поздравление. Поэтому I'm congratulated all of us. То есть я поздравляю всех вас. Потому что это наш канал, мы с вами работали 4 года с лишним для того, чтобы получить. То есть, это говорит о том, что канал нужен, о том, что людям это интересно, о том, что это поддержка моей страны. А, я еще писала, что Путин может бомбить, это не просто там Украина, а я написала, что Путин может бомбить людей in my home country. А у меня из канала непонятно, что я из Украины, а home country это моя, как бы, ну, родина, да? Home country, так она по-английски правильно говорится. Вот. Ну конечно, как же, я ж поддерживаю свою страну. Поэтому. Ну и дальше тут написано, что нужно сделать. Они присылают тебе код такой специальный. И они пишут, go to the redemption site, enter your unique redemption code, enter your channel name and shipping information, sit back and relax, while we produce and ship you award. Перевожу. Первое. Иди на такой-то сайт. Тут есть ссылка. Значит, заказывать кнопку. Дальше. Поставь туда свой уникальный код. Redemption код вот этот для заказа. Дальше. Укажи свое название своего канала. Они подчеркивают вот это вот. Моя жизнь в Новой Зеландии. Это название моего канала. И информацию о том, куда тебе доставить, то есть твой адрес, куда тебе это прислать. И четвертое, садись и расслабься, пока мы будем изготавливать и доставлять тебе этот подарок. Поэтому я сижу тебе и расслабляюсь, пока они мне. Как интересно. All the best, Лиза. Ну и я написала ей письмо. Как бы и от своего имени, и от вашего имени. Значит, я пишу, Hi, Lisa, awesome. Thank you so much for you and the YouTube team. You made me and my, 104 805 subscribers happy. Значит, что я пишу? Привет, Лиза, это великолепно. Спасибо, большое спасибо тебе и команде YouTube. Ты сделала, то есть вы, в общем-то вы, я имею в виду и ее, и команда, вы сделали меня и моих 104 тысячи
805, это было в этот момент, когда я ей писала, подписчиков счастливыми. I'm supporting them, especially when they are sitting under Putin bombings and watching my videos. Я пишу, что я поддерживаю их, особенно когда они сидят под путинскими бомбами и смотрят мои видео. Мне очень много людей писало за это время, что сижу либо сирена, либо сижу в бомбоубежище. Особенно в первый год люди писали. Сижу в бомбоубежище и смотрю ваши видео, чтобы как-то отвлечься, расслабиться или что-то в таком духе. Must say, you are such a kind person. Thank you very much. Должна сказать, что... это я ей пишу. Должна сказать, что ты такая внимательная персона. Ну, как бы такой внимательный человек. Как бы это так звучит по-русски. Большое-большое спасибо. Kind regards. Ирина and 104805 happy ones. То есть я пишу наилучшие мои, так сказать, эти пожелания и все такое. Ирина и 104805 счастливых подписчиков. Поэтому теперь мы с вами ожидаем наш award. Award — это награда вообще-то. Это даже как бы не подарок, а награда. Вот как, например, когда Оскар вручают, это тоже award. Ну, подарок — это, в общем-то, когда вы там ребенку, даже не так, ребенку, когда вы дарите какую-то игрушку, это, в общем-то, презент. А вот так какой-то подарок, ну, там в магазине вам там что-то приложили, там что-то вы покупаете, а там еще что-нибудь такое, там чепуха какая-нибудь туда в виде подарка. Вот это gift называется. Ну, так, немножко разный. А award — это вообще-то награда. Ну, хоть подарок, хоть награда, в принципе, тебе же дарит это YouTube. Теперь, что касается этой кнопки, очень интересно. Значит, ты идешь и заказываешь ее, вот как бы, как обычно, ты заказываешь какой-то товар. Там адрес указываешь и все. Только там, где надо платить, написано 0000. Но я уже потом прочитала позже. Если ты хочешь, ты можешь заказать хоть и несколько кнопок. А знаете, очень интересно, их изготавливают вручную. То есть, ну, я так понимаю, что кнопки-то, конечно, они не вручную, это, наверное, там умельцы в Китае изготавливают. А вот это нанесение там твоего имени, что там еще они там, я не знаю, у меня не было ее еще в руках. Вот, то это они делают сами, и поэтому каждая кнопка, она уникальная. То есть тебе не дают как всем одинаковые. Нет, она именно твоя. И они там, пока ты ее заказываешь, там тебе все время пишут, там не ошибись там в своем названии, не ошибись в том, потому что ты только можешь один раз вот так вот заказать, и только она будет такая, потому что если вдруг ты ошибешься, тебе не такое что-то пришлют. Но, как я уже сказала, можно заказать не одну, а можно заказать несколько, но то уже каждая вторая, третья и дальше, если там сколько тебе там надо их, ну сколько тебе их надо и зачем они, то она будет платная. Оказывается, можно заказать. Я думаю, может быть, если у кого-то кнопка, и он получил одну, и там, может быть, куда-то потерял, или что-то с ней случилось, и человек страдает, и он хочет заказать еще одну, ну, наверное, это можно заказать уже за плату. Вот так вот. Ура! Настроение поднялось. Так классно. Так хорошо, когда хорошее настроение. Я думаю, что я и вам подняла настроение. Тем более, ну, я уже не буду касаться там всяких новостей международных там. Тоже неплохо. Украина и украинцы выступают на международной арене. И мы с вами. Мы с вами получили свой Оскар. Ну, еще не получили, но получим. Вот так. Поэтому, надеюсь, я вас порадовала этим видео. Ой, класс. У меня так настроение поднялось. А знаете, я буквально перед тем, как получить вот это вот сообщение последнее, а я тут приготовила обед, и дочке звоню и говорю, ой, ты знаешь, за те письма я как-то не звонила, не говорила, а я-то думаю, звоню и говорю, ты знаешь, отказали в кнопке, она, ой, как это, я говорю, а вот так вот сказали там и все такое, и я говорю, ну, не знаю, я им отправила свое письмо, в котором я объяснила, что я делаю на своем канале. Ну, она говорит, что подождем ответа. И тут
только я положила трубку, не проходит и каких-то 10 минут, и бац, я получаю такое сообщение. Ой, я так быстренько ей звоню, я говорю, ура, 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 мы получили кнопку. Уже она придет на ее адрес. У нас тут, знаете, такие ящики подозрительные. Ее курьер должен привезти, ну, кто его знает как. Тут у нас, знаете, очень сложно с этой доставкой, поэтому она все равно придет туда. И мои получат ее раньше, чем я. Вот так вот. В общем, я обнимаю всех вас. Продолжаем. Продолжаем. Не останавливаемся на достигнутом. Продолжаем поддерживать друг друга. И веримо. Що Україна переможе. Ой, ми будемо відмічати цю перемогу. Бо як ми її будемо відмічати? Не один день, а довго зі смаком. Всякими смаколиками. І келихом. Шампусіка.